мечтает об интерактивной игрушке. А вот внизу Москва 4 года. Даша, не рано ли тебе мечтать об интерактивной игрушке? У меня такой собачки не было даже просто, как плюшевая. У меня ничего не было. Дарья, она будет тебя встречать, ты будешь радоваться. Видишь, язык тебе показывает. Видишь, она как бы с тобой играет, разговаривает, смотрит наверх. Видишь, какие хорошие игрушки? Уши какие вот такие, лопоухи говорят. Даша, ну это не все. Отдельно подарочек от ЛДПР. Мешочек береги. Подрастешь большая, оденешь красную шапочку, пойдешь в лес, найдешь бабушку свою, которую твои родители бросили. И она сейчас живет в лесу одна, в избушке, на курьих ножках. Ей гостиницу от нас принесешь. А пустой пакетик насобираешь орешки, грибочки, шишки. И все это принесешь своим родителям в городскую квартиру и скажешь: родители, что вы такие подлые? Почему бабушка одна в лесу живет, плачет? Я ухожу от вас. И пойдешь, Даша, найдешь там квартиру ЛДПР, вступишь в детскую организацию ЛДПР и с плакатом «Спасите мою бабушку» выйдешь к Белому дому в одиночный пикет. Тебя задержат. Депутат Власов будет пытаться тебя освободить. Ему это не удастся. Но он подождет, пока ты вырастешь, будет тебе 18 лет, он на тебе женится. И это будет самый большой подарок для тебя и самая большая трагедия в его личной жизни. Видишь, как Даша все это обуславливается? Начали с какой-то собачки интерактивной, какие-то конфетки, а кончилось счастьем твоим и трагедией депутата Власова. С Новым годом, Даша!